Смотрите, какая темнота. А время 10:30. Вот я поэтому дождь как бы не очень люблю, потому что темно. Но дождик у нас конкретный. С ветром долбанутый, в общем. А Чути Попфик, он там песни поет. А мне все пофиг. Я пойду завтракать. Да, Чарли, сегодня гулять не будем, потому что, ну, сам ты понимаешь. Пойду завтракать. Что-нибудь себе... Бутерброд с сыром и колбасой сделаю. То ли машина в луже стоит, то ли колесо проколото. А это лужа. Я уже обкакалась, знаете. У нас дождь закончился. Точно лужа. Вроде бы, да. Ой. Поэтому пойду сейчас, поеду в Лидл, съезжу. Мне там кое-что надо купить. У меня тут просто сумки с собой под мышкой несу. У меня сумки везде. Вот. В Лидле надо кое-что купить. Прям в луже стоит машина. Прям вот только сейчас закончился дождь. Пока одевалась. Тудым-сюдым. Ой, брови забыла расчесать. Ну вот. Ладно, годится и так. Мне еще на почту надо сходить. Представляете, раньше... Раньше нам посылки приносили домой. А тут мне приходит оповещение. Как заводится, как песня. Что могу забрать свою посылку по такому-то адресу на почте? Я такая, не поняла, говорю, мне домой ее должны перенести. А я там всякую фигню заказала на Алиэкспрессе. 3 штуки. И что мне теперь, каждый раз так ходить за ними, что ли? А там же очередь в 3 велюшки стоит в эту почту, на эту почту. А она не рядом тут вот за углом, а в 3 9 земель надо переться. В общем, дождик еще. В общем, не знаю. Мне ближе будет даже подойти с Лидла на почту, чем из дома. Взяла зонт на всякие пожарные, поэтому пойду, посмотрю. Ну, как неудобно. Там безделушка вот такая, почему бы ее не принести и в ящик... Почтовые не закинуть, как раньше всегда делали. Нет, присиди сама. Так мне совсем не нравится. Ну ничего не поделаешь. Ой. Вообще мне нравится такая погода классная. Ну знаете, без ветра. Что-то ветра нету тоже. Ладно, поедем в Лидл. Покажу вам, что я там хочу приобрести. Меня тут подруга попросила в Лидле посмотреть. У них в их Лидле нету творога вот такого вот лайт. А у нас все есть. Вот, сейчас я возьму. Там рецепт один тоже выставил. Возьму. У нас по еврику 99 копеек. Еще она просила селедку посмотреть. Она говорит, тоже в них. Смотрите, как мало народу вообще. В их Лидле тоже нет селедки. Пойду посмотрю. Селедка, правда, походу, куда-то делась. Съели всю селедку. Ну, я знаю, в Алди есть. А здесь все поели. Что-то не вижу. Да, Танечка, селедку у нас тоже все съели. Видимо, не сезон селедки. Вот смотрите, всякие гольфики. Ой, чтобы ноги отдыхали, привезли колготки. Маечки, разные носки, всего до всего. Маски даже I love you. Слушайте, может взять? У нас скоро день Валентина. За еврик. У меня синих много. Всякие спортивные. А вот к Святому Валентину тоже при всякие штучки, кремики, носочки, люфчики. В общем, много всякой интересной штучки. Маски прям очень симпатичные.
труселя, смотрите, какие. Для больших размеров, видимо. Женщины все рассматривают, все им интересно. Ну, в принципе, как и мне. А здесь вот всегда выкладывают, что на той неделе привозили. Тут, смотрите, разные штучки. Эти, кстати, прищепки очень классные. И недорогие, рубль 99. Коробки. В общем, я люблю лазить по Лидлу, потому что здесь все интересно. Смотрите, я вот смотрела на вот эту солевую лампу. Не знаю, говорят, очень хорошая, очень полезная. Но что-то ее никто не хочет, потому что ее уже привезли недели две назад. Смотрите, какие тучи низкие. Горы накрывают. В общем, решила я пойти все-таки на почту. Надо маску поменять. Это она слишком плотная. А вот это прогулочная, скажем так. Дождик, что ли, пошел или что? Уже закончился. Ну, вообще, передавали, что уже ближе к 11, к 12 часам дождя не будет. Он так будет. А с 12 уже солнце будет вовсю. Такая вот у нас дождик в Испании. Прям тучи найдут, смотрите. Там страшные прям. Потом через полчаса бац, и ничего нету. Нет, это не везде так. Я говорю про нашу зону. Потому что, например, на севере там дожди. И там все зелено. Тоже интересно, красиво. Где пешеходный переход, не пойму. Я хотела вон там пройти. Что-то далеко его сделали. Ладно, пойду посмотрю. Может быть, они боятся. Испанцы боятся выходить на улицу в дождь. И не будет много народу. И я заберу, что мне надо. Я и думала, очередь совсем маленькая, потому что она бывает вон до туда. А сейчас что-то там 4-5 человек. Так что заберу сейчас все свое. Парковка для мотоциклов. Какие у нас мотоциклы новые, смотрите, встает. Мотос, мотоциклы. О, какие! Разновидность мотоциклов, видели? Что ты там высматриваешь? Там тебе ничего нету. Что я тут приобрела? Давай посмотрим. Во-первых, дошла вот в этот магазин Диальс. Вот эти вот конфетки, я их просто обожаю. Вот они мне чем-то напоминают птичье молоко. Даже вкуснее, вы знаете. И вот они по рубль 50 стоят. Вот столечко. 175 грамм. И финики вот такие тоже купила. Так, а в посылке сейчас посмотрим, что у нас тут в посылке. Он ее искал 3 часа. Дайте мне ваш это, дайте мне то, дайте мне это. Какую-то фигню не могли принести. Вот этот вот ящик не могли запихать. Конечно же можно. Или вот как у двери раньше ставили. Что ты никак не открываешься? Чарли, помогай. Че ты смотришь? Помогай давай. Помогай. Чего ты так на меня смотришь, туда-сюда? Давай, открывай, помогай. Чучи отрабатывай. Ой, ой, услышал слово. Ты уже сожрал одну. Короче, здесь знаете что?
вот такие вот липучки, крючки на липучках. Я видела, что их довольно-таки часто хвалят, и вот решила себе приобрести. Ой, а что это? Смотрите, а там вот как-то отлепляешь и лепишь на стенку, и вот полотенце вешать, вот кухонные у меня там отвалилось. Что-то такие хлюпенькие, прям совсем. Совсем прям хлюпенькие. Ну, мне, конечно, 100 килограмм на них не вешать, но что-то как-то совсем хлюпенькие. Ну, ладно. Они что-то совсем копейки стоили. Здесь, по-моему, штук 20, я так понимаю. Вот, а в Лидле я, значит, что купила? Притащила сюда бананы. Они были со скидкой, по-моему. Я ходила вообще душ вот купить. У нас душ как-то, знаете, то ли напор ему не нравится, то ли что. В общем, дырки из... Ой, блин. Ой, ну вот тебе, вот по морде заехала. Что-то какой-то огромный. Короче, вода вот отсюда вот вылазит. И сломался, в общем, душ. И вот я приобрела вот такой. Что-то какой-то большой он, дюжа, что ли, не пойму. Не знаю. Что-то мне кажется, он какой-то огромный. Вот эти вот, это новогодние вкусняшки. Я их обожаю, они очень вкусные. Вот эти как конфетки или что. Они стоили, знаете, сколько? По 89 копеек, вот. А раньше они стоили рубль 78, то есть 50% скидка. Вот. Я их очень обожаю, пускай лежат. Творог взяла. Такой лайт. А, и смотрите, вот такой вот силиконовые штучки, чтобы сделать кексики. Я их там не смотрела. Ой, ну классные. Знаете, я думала, они будут совсем малепушечные. А это прям Магдаленка-Магдаленка. Прикольные. Там разные есть виды. 3 евро стоит. Вот тут 12 штук. Прикольные такие. В шайтан-машине делать, знаете. Классные. Такие вот у нас покупочки. Мы наконец-то опять в прежнем составе. Буду наслаждаться. Ой, какой кайф. Даже еду сегодня себе праздничную сделаю. Вы офигеете, когда увидите, что я буду есть. Но я так давно этого хотела. И просто мечтала об этом. Видите, он тоже рад. Он тоже рад. Ты тоже рад? Ты что ты такой красивый вообще, а? Ну что такой красивый? Ну что такой красивый? Ну что такой красивый, а? Красавец мой. Такой красивый. Любовь такая любовная. Иди целоваться, иди скорее, иди. Ой, целоваться, как мы любим. Ой, как мы любим целоваться. Кира Чути, Чути. Кира Чути, си. Кира Чути, донде та Чути? Винга, мамо. Маму, донде ста Чути? Винга. Клару. А то не знает он, где Чути. Баха. Баха. Да ты вольта. Сид. Сид. Но, сид. Тумба. Но, тумба. Тумба. Ай, мыть. Ой, потерял. 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 Буду, пойду я варить себе супер обед праздничный. Вы офигеете от моего обеда, потому что сама офигеваю. Муж на днях принес сало. Оно нереально вкусное, тает во рту. Это иберийское сало. В общем, от иберийских солей. Иберико. И я вспомнила сразу о картошечке в мундире. Тут вот шкурочки валяются, я ее почистила. Полила это все
подсолнечным маслицем с запахом. Ну, яйцо, это классика жанра. Ну, вот эта колбаска, конечно, не вписывается, но они очень вкусные. Огурец, зеленый лук и бородинский хлеб. Это просто сказка. Как вы на это посмотрите, а? Не хватает рюмашки. Ну, мы и без рюмашки. Смотрите, что я около своей двери нашла. Какую-то волосню. Вот тут валялась, я ее туда вот так сделала. Чарли, не трогай. Тут на нас гадает. Я вообще в гадание не верю, поэтому как бы по барабану, что там и что, кто волосы потерял. Машину несу отнести это мусор. И идем гулять. Так что вот, представляете, кто-то потерял целый клок волос. И снова танцы, 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 и сводит музыка с ума, невыносим губ твоих, когда... И ах, как кружится голова. Тут такое эхо. Мы эхо, мы эхо. Пошли мы на морюшко. Кто-то собрал пучок фенхеля. Сейчас, кстати, сезон. И оставил почему-то его здесь. Не знаю почему. Но здесь не очень хорошая зона для сбора фенхеля, потому что дорога. Поэтому я люблю сама всегда собирать и потом варить вкусный-привкусный пучеру да иноху. Кстати, я на канале пару раз в году. Я вообще все готовила уже, так что даже, наверное, повторять не надо. Ну, вот там где-то он растет, фенхель такой дикий. Вот, а я собираю там, где нет там ни машин, ничего. Вот смотрите, у нас там кошка сдохла, хвоста в лес. И Чарли привлекает запах вот тухлятины. Но... потому что вот он собака. Он собака. Сейчас буду монтировать, лопать. Вот. Знаете, YouTube что-то тормозит какой день. Иногда так у меня получается. Я вообще делаю, монтирую, и потом делаю, как это, запланированная публикация, ну, чтобы на следующий день все выходило. Все делаю, потом гляжу, бац, видео уже вышло. Ну, что ты будешь делать? Вчера два раза так сделала, запланировала, гляжу, оно уже вышло. Так не годится. Я люблю, чтобы все было по графику, знаете. Вот, чтобы если по расписанию поцелуи, значит поцелуи, да? Да, а что ты кряхтишь-то? А что кряхтишь? Кряхтинчик мой. Ну все, нацеловались на камеру, хватит. А вот, ладно. Мы сегодня с тобой вдвоем, но не со мною, но не вдвоем. Нас наконец-то гости свалили. Так что будем наслаждаться опять нашим режимом. Да, делать, что хотим. Гулять, когда хотим. Выходить из комнаты, когда хотим, да? Да, да, и не гавкать, не нервничать. Ой. Так что все. Будем прощаться с вами до завтра. Всего самого наилучшего. И всем пока-пока. Скажи всем пока-пока. Поцелуй, поцелуй. Вот так. И вам тоже поцелуйчик.